Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем проводить руху под названием Bless Misao. В чем проблема? Проблема в том, что у нас есть локация здесь, восход лишей. Как там? Восход лишений. У нас есть, да? У нас есть вот эта тропа. Ну, здесь, ладно, тут открываемо. У нас теперь здесь проход идет, понимаете? То есть, нам обратно очень далеко идти. Ну, в принципе, я думаю, посрать. Да? Сейчас мы быстренько все сделаем. Понятно только где я. Горькие времена сводят нас снова вместе, кающиеся. Несокрушимая стена между нами, ногами нашими целями. Дождемся ли благословения и спасения нас от печали сей? Ты хочешь, чтобы типа стену уничтожил? Смотрите, урон по стене наносится. Но я не знаю, сколько ее нужно бить. Давайте я остановлю, потом побью и продолжим. Короче, надоело мне бить. Потом мы еще побьем. Прям на место. Карты нету. Ну, поехали. Оу. Комната с испытаниями. Ну, я не против. Ой, не заметил. Хорошо. Ой, меня единственное радует то, что меня не прокинуло туда на смерть. Туда залезть не могу никуда. Тихо, лучше не прыгать. А, нормально. Так, что это у нас? Плюсневая кость путешественника Рикусе. О его прошлом почти ничего не известно, но те, кто с ним встречался позже, рассказывали, будто бы он носил с собой маленькое светящееся блюдце, от которого доносится глухой голос. Средняя бусина из синего воска. Крошечный комочек воска цвета пыльного неба кричит замученный так внутри его. Он несколько увеличит рвение обладателя. И таким местом крики дуэли в данный момент закажет. Ну, слушайте, значит, нам все-таки нужно будет этот найти. О, давайте стену нужно снимать. Я не достоин твоего безграничного сострадания. Благословенный те из нас, кто обрел его. Я буду молиться за тебя и благодарить Господа за сию встречу, благословение. Ныне несут меня ноги мои к стене священной запретом. Разве может быть просто паломник пред такой твердым? Брасленный отец, о, владыка паломников, тяжело ли твои грядущие испытания? А он тогда по-другому, да, выглядел немного? И что, ты мне ничего не дашь? Хрена, ты офигел? Ой, посмотрю как раз, что здесь. Где выход? А-а-а.
Так, ну у нас три варианта, куда идти. Но я пойду, наверное, по прямой пока что. Сюда, влево. Потом нам все равно в яму возвращаться. Ну, это опустить все грехи, которых у нас нету. Вины у нас нет, потому что мы все забираем. Поэтому мы с вами, почти сказать так, нихера не теряем. Так, ладно, что тут-то? Отдать. Число быть на... Отлично, отлично. Так, большая бусина. Крошечный комочек. Отличненько. Начнет при падении и снижает время восстановления. Так, я вот тебя использую. Удар молнии мне не нужен. Это уже не рабочий. Одетый. Ага. Пламя нам не надо. Усиливает защиту обладателем. При разрушении. Решение бывших хозяев обеспечивает защиту от ударов молнии. Ну, давай посмотрим, насколько. Ни хрена. Много. Ну, все равно я так сильно его не использую. Поэтому я лучше защиту врублю. Понятно, теперь где мне нужно бусинки делать. Так, ладно, у нас еще два прохода все равно остается. Окей. Добро. И один еще остался проход. Это влево. Ха. Ха. Прикольно. Что тут у нас нового? Просто быстрее заряжает. Херня. Херня. Я буду искать еще четвертую. Ну, вращение, блин, я не знаю. Вот мне главное прокачать это вот это вот. Вот эту линию, потому что метание — это важная штука. Хотя фиг его знает, посмотрим. А теперь у нас путешествие в обратную сторону. Это будет очень долго, поэтому я продолжу, когда туда приду. Ой, я, короче, достал младенца этого. Я подождал, когда он максимально подлетит близко. И максимально отпрыгнул, ну, чтобы именно достать, да, именно ввысь. И я смог достать его. Я как раз сейчас еще одну вещь понял. То, что я могу сюда вернуться. И наполнить еще себе одну флягу. Теперь у меня 6 хилок. На самом деле я максимально быстро вернулся сюда, куда мне нужно. То есть не так уж и долго, где-то минуты 2 потрачено, чтобы сюда прийти. Но при этом я еще заходил в места. Кажется, здесь будет последний босс. Так, последний босс... Эти печати, да? А реликвии у меня так и не найдены. Двойного прыжка у меня нету. О, ништяк, я уже их ваншочу.
АФ. ОЕФ. Обезьянки. Так, туман. И пошла, наверное, опасная зона. Да-да-да, верю в пустота. Да-да. Кажется, вот здесь как раз будет и главный призрак. Что знал я. Блин, а что они типа убрали полностью ту локацию из демо? Что помните, я говорил-то вам, что скорее всего сюда должны добавить босса. Типа в церковь. А, то есть здесь туман появляется, потом исчезает. Понятно, как они решили сделать. Прикольно. О-о-о. Ух ты ж, ё-моё, сейчас бы я мог немного сдохнуть. Блин, а как мне тогда туда допрыгнуть? Я тогда туда не допрыгиваю. А, теперь я понял. Пиздец. Тупые яды. Ну а смысл мне идти туда, если я сейчас сдохну? Найс. Вот, объясните мне, как мне тогда пройти это место? Если меня просто ядом и закидывают. И заново, да, походу, я тебе буду комнату проходить с призраками. А, так я могу это просто пройти, тю. А, боже, отпустишь ты меня. Ясно. Yes,
сделаем иначе. Я понимаю, что я туда не попадаю, потому что мне нужен снова этот чертов полет. Идем просто дальше. Во, да, за нее говорил. Замечу, что для нее парирование нужно вблизи делать. Я помню, что были эти призраки. Барышни. Эти призраки-барышни, я помню, были. Вот они как раз. Мне нужно еще тогда будет внизу, с другой стороны пройти. Вот тут арены вот эти меня немного напрягают на самом деле. Нужно было в тот чертов яд не ходить. Минус все хп. Ну, давайте я вернусь. Посмотрим, что... Только что призрак мелькнул. Не-не-не, все нахер надо. Спасибо. Так, наверх. Вообще посрать, просто бегу дальше. Спасибо, Кэп. Я думал, ты мне тут это, хп восстановишь хотя бы. Скажи, слишком ты наивный, друг мой. Слишком уж я наивный. Вот снова мигнуло. Но это мигнуло не обычные призраки. Вот это летающая тварь. Да-да-да-да-да. Я, видите, их не достал. Мне нравится то, что она в, лифчике и в трусанах. А не, она вообще голая. Да? Вау, май гад. Мой любимый противник. My life. Враг. Интересный факт, что я мог тут просто пробежать и не драться с ними. Да. Боже, куда я иду? Вообще не понимаю. Лучше бы вниз пошел дальше. Так, мне кажется, я сейчас туда спущусь, и я там и останусь. Ну ладно. Пускай туман пройдет. В подкате то залечу. Оно полностью восстанавливает. Классно. Так, мастить себе маслом паломников.
Максимальный запас рвения увеличен. Найс. Отлично. Ну, типа, ну, я понимаю, что у меня души есть куда девать, но... Не хочу. Вообще не хочу. Мне вообще плевать. Так, либо выше. Я могу пойти на арену, но я там сдохну, скорее всего. Поэтому я иду сюда. Черт. Ай-яй. Ай-яй. Заметили, когда я делаю подкат, мне не дамажит. Смотрите. Видели? Как вам такое? Как тебе такой, Илон Маск? Ладненько. Воспользуюсь баночкой и пойду. Ждем. Сюда, смотрите, я без крови бы не попал. Ладно, что тут у нас? Сплавленные золотые монеты. Три золотые сплавленные в слиток неправильные формы, которые никогда не представляют блестеть. Окей. Куда мне не попасть? Хотя, если я сейчас вернусь и сохранюсь, может быть, я смогу туда залететь с помощью атаки полета. Только что, если честно, сломали игру. Так, окей. Хил раз. Я просто не врубаюсь, куда я иду. То есть я иду, понимаете, и сейчас сдохну, и мне придется вот это все заново проходить. Я не хочу. Здесь, ладно, здесь босс. Здесь уже чувствуется атмосфера просто его. Давайте, ладно, сюда пойду. Здесь точно не босс. Точно не босс. Злато семя, что тает в пальцах моих, отвергает. Я богатство суженого моего. Сдать.
Это вуаль покрова, я лик свой, скорбящий о мертвом любви суженого моего. Причем мне кажется, что сейчас будет босс. А, и третий предмет. Окей. Ну, мы запомнили, если что, сюда. И что здесь, какая-то будет жопа. Она остается только одно место, это место с боссом. Да, корень нужен еще какой-то. Скорее всего, то, что когда я ей принесу ей, вот то я получу корень последний. Так, алтарь, окей. Ой, чё я не подумал, если босс впереди, значит алтарь будет. Не смотри на мою кожу моей. Ладно, давай, давай, давай. Она хочет просто посмотреть на это. Пускай смотрит. Я не против. Ой. А тут что-то все летающее. Ой, а сундук летающий. Значит, там что-то для меня летающий предмет. Легчайшее. Мне она даже не пригодилась. А, подожди, я думал, это сундук летающий. Это просто старушенца летающая. Окей. Я рада принять участие в этой победе. Пока я здесь, я хочу, чтобы эти слова сопровождали тебя, чтобы помнили о пакте нашем. Продолжай свой путь, безмолвно кающийся. Изи минус бабка. Так, песня, в которой благословляются стены священных покоев. Призывать нематериальный щит, который наносит урон врагам. И разрушать, так, и разрушать некоторые метательные снаряды. Это хорошо. Наше утешение наступает от боли, наше утешение наступает от кары. Наше утешение не знает прощения, наше утешение не знает спасения. Поэтому я пою эту песню, поэтому в душе я скорблю. Мне нужен чертов полет, понимаете? И все. Так, это и есть эта старшенция? Подожди. Да, это она и есть, слышите? Интересно. Да расплавится злото навыка мое, да сестра, на следы покоя истины в твоей душой. Сердце полной вины пробышилось нам. Ну, это было уже. Священная рана покаяния истинного. Восход лишений. Пойди все.
Так, окей, я открыл врата. Врата куда-то. Тебе было позволено узреть лик истинного покаяния. Безмолвно качающийся, ты преклонил колени перед священником лика и хранителей, и дверь за мостом страсти Господня открылась. Теперь перейди ее порог под строгим взглядом его святейшества. Мы, кающиеся грешники, несем время такой вины, что скорбь дает нам прилив сил. Но осторожнее, однажды она приползет к нам среди молитв. Окей. Только почему некоторые тут пустоватые комнаты какие-то? Дайте мне чертов полет, либо что-то, чтобы что-то сделать. Угу, телега. Ага. А если сюда? Познай следующий из более моих. Я на самом деле думал, что это в начале босс. Ну, в игре, ладно, не так уж много боссов. Тихо, сейчас мы вернемся обратно, стоять. Так, подожди. Вот тут тоже место я вижу. Тут два прохода. А я смогу на эту телегу запрыгнуть хотя бы? Вот, как мне сюда попасть? А, наверное, отсюда? Нет. Неправда. Ладно. В принципе, мне терять нечего. Сейчас поднимаемся наверх. Я открываю люк. Смотрим, что там. Я остановлю запись, хотя уже 32. А, я быстренько сбегаю в другую эту комнату, где с обрывами. Угу. Отлично. Поехали. Не знаю, из сюжетных предметов, да, по заданию, у меня только предметы, которые я могу отдать лекарям, чтобы они, типа, дали нам души, и все. А где остальные святилища? Где они вообще находятся? Так, я не знаю, что происходит, но бабку... Что-то сыпется. Просто на нее падает листва. Я сейчас подумал, что там мне дадут сейчас возможность двойного прыжка, но нет. Ладно, полетели из-под... Стоп, я что не сюда... Блять. Надеюсь, это точно оно. Хотя я вижу, тут еще тоже есть куда-то проход. Так, хорошо. Ай-яй. Отлично. Пока я туда не пришел, я лучше отхилюсь. Это на смерть я иду. Если я туда сейчас прыгаю, я умираю.
Так, и что тут? Серебряная легкая дельфина? Дельфоса. Орган был сохранен в сверкающей серебре для потребовало много филигранной работы. Кардинал Адольфас переплавил свои ложки в котле, чтобы с помощью серебристого эликсира пытался избавиться от зависти. Защищает обладателя от ядовитого мизиамов. Как я понимаю, яды на меня больше не действуют. Да. А лобная кость канатчика Мартинуса. Ремесленник Мартинус Хафния был несправедливо осужден за продажу недостаточно прочных веревок. К повешению на одном из своих изделий. В тот печальный день он и обрел свою славу. О, теперь я хотя бы могу запрыгивать нормально. Куда мне нужно. Так, ладно. Только теперь что мы делаем? Какой черта призрак появился? Мы идем вниз. Не, мы не идем вниз. Я сейчас останавливаю, иду сохраняться. Так, ладно, я пришел сохраниться. Сейчас сохраняемся, и я... там, где я падал, вздыхал. Я туда схожу. Это сюда. А, нет, подожди, это вот сюда. И схожу еще сюда, посмотрю, что здесь наверху. Потом вернусь сюда, сохранюсь. И вернусь наверх куда-то тогда. Поэтому как так. Короче, я не знаю, что здесь, но мы сюда сейчас сходим. Я имею в виду вот за вот эту вот местность. А, точно. Так, а почему ты не подсветил? Алло, почему? Не отображаешь? Ничего не произошло. В смысле, их сломать можно? Опа-на. Подожди, подожди. Исповедника, да, я сломал? Интересно, что будет, если все их сломать? А я этого не знал, что можно их ломать. Так, я вернулся, короче, где вот это было место. Замечу, что меня ударили все-таки. Да-да-да-да. Что тут у нас? Узелок. Найс. Это неплохо, вообще неплохо. И того у нас что выходит? Узелки у нас делают здесь. Угу. Я должен посмотреть, что вообще будет, если сломаю все вот эти исповедни. Всего, скорее всего, или плохой финал, или какой-то секретный босс. Как-то так. И у нас остается только вот этот проход. Мост страстей и все. Поэтому встретимся уже тогда в следующей с вами серии. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.